Здравствуйте, меня зовут Настя, а это моя сестренка Катя. Мы сейчас с вами будем готовить манник. Но, во-первых, нужно одеть фартуки и помыть руки. Вот мы моем руки. И руки нужно мыть с мылом обязательно, чтобы не было микробов на руках. И чтобы они не попали в том, наш манник. Катя помыла руки? Да. Чистенькие? Да. Ну-ка так. Вот. Молодец. Чистые ручки стали. Я тоже умыла. Ну, приступим к работе. Для этого нам понадобится 3 яичка. Раз, 2, 3. Можешь обратно положить. Просто бы показала. Еще. А еще нам понадобится разрыхлитель. Но если так у вас, если нету разрыхлителя, то можете взять соду. Угу. Но соду нужно гасить. Гасить уксусом. А еще нам понадобится сметана, сахар и манка. А венчик, чтоб мешать. И лопатка. Катя, показывай. Катя, покажи лопатку. Вот, и лопатка. И кисточка в конце, чтоб смазывать противень. Угу. Ну, приступаем. Мама, что для... Одно яичко уже разбили. Сейчас возьмем второе. А я эфи. Берем вилку и ткаю, втукаем по яичку, чтобы оно разбилось. Потихоньку вливаем. А у меня... Катя, давай скорлупку. Катя снова выбросит. Давай. И нам осталось третье яичко. Точь-в-точь так же. Делаем все, как и с теми яичками. Даша, хорошо. И Катя снова выкинет. Я... А теперь что мама нужна? Сметана. А Катя, о чем лопатка? Выливать? Лопаткой. Сейчас сделаем, нам нужно наложить сметану. Тихонечко берем и осторожно вываливаем. А может наливочкой описывать? А можно наливочкой облизывать? Разве можно ложечкой облизывать? Нет. Можно ложечкой облизывать? Да. Нет. Ложечки надо мыть. Я хочу облизывать. Облизывать хочешь? Да. Ну, выложила сметану? Выложили. А теперь берем сахар и высыпаем. И вот туда. Это мама чё? Угу. Сейчас мы тихонечко перемешаем все это. А у нас красиво получилось. Красиво получилось, да. Вкусно, главное, будет, да? Да. И цвета очень у вас красивые получились. А я хочу ложить. Мам, потом чего будем ложить? А я хочу. Сейчас мы берем манку, высыпаем в кружку. Или стакан. Или стакан. Мам, столько? Полную. Столько? Угу.
берем чайную ложку. Это вот нужно два стакана. И в кружках. Насыпаем. Высыпаем. Это все сюда. А я упора, конечно. А папе надо чайную ложечку и разрыхлитель. Настя, что ты еще скажи? И потом это все размешиваем. А что ты ложишь? Разрыхлитель. А сколько нужно разрыхлителя? Чайную ложку. Ты только что сказала ведь. Чайную ложку. Чай. Чайную ложку. Чай. Да. Мы насыпали, и тоже, и мы тоже это кидаем разрыхлитель. Все перемешать. И мы все перемешиваем. Аккуратненько. Все нужно очень хорошо перемешивать. Но это тесто должно постоять или 40 минут, или час. Или можно оставить хоть на ночь. А нужно спать, уже ночь. Вечер вообще-то. Вечер. А еще будет мама, утро. Все? Мама, все? Ну ты же сказала хорошо перемешать. Вот и хорошо перемешивай. Тихо, давай. Мы забыли маленько наложить подсолнечного масла. Нужно один бульк. Или можно вообще не добавлять. Но мы обычно его добавляем. Открываем и наливаем. Один бульк. Один бульк. Да. Открой, открой его чуть-чуть. Сейчас польется. Все? Молодец. Вот мы один бульк. Один бульк положили, да. Мы наложили бульк. Налили. Нам нужно это перемешать. Кошачий бульк. Да. Еще лучше. Чем можно? Вы манник любите? Можно это? Катя, манник любишь? Манник очень вкусный. И Анка тоже. Вот, прошел час. Сейчас я буду смазывать противень маслом подсолнечным и выкладывать тесто. Четыре, давай. Настя. Сейчас мы будем смазывать. Наливаем. Кисточку. Катя, кисточку. Наливаем. Кисточку. Наливаем немножко масла. Это она будет. На масло, Настя, пожалуйста. Там хватило. Масло. И размазываем вот так. А стенки мы тоже? И стенки тоже. Все везде и даже края. Выложила тесто, и теперь тесто надо поставить в духовку. И обязательно разогрейте духовку на 180 градусов и выпекается 40 минут. И не забудьте со собой помыть посуду. Ну вот, наш манник испекся. И теперь мы его будем доставать. Мам, помоги.
маме точки. До мамы точки Настя. И ну вот. У нас получился вот такой вот манник. Он у нас получился очень красивым. Можете его украсить кремом, и он станет как настоящий тортик. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Пока! Как манник? Вкусный очень. Спасибо. Пап, ну как манник? О, молодец, Настя. И Катя тоже. Почаще стряпайте. Вкуснятина такая. Пальчики оближешь. Как получился наш манник? Очень вкусно. Спасибо. И Кате, и тебе. Как получился наш манник? Говори. Вкусно. Катя? Вкусно. Он Хочу еще много.